Здорово, здорово, друзья, мы с вами находимся в Доте. Вот, да, сразу вам покажу, это вот такая вот прекрасная, интересная китайская кастомка, Lost Temple называется, и вот я действительно нахожусь в Доте, в которой есть своя внутри какая-то игра. Тут есть даже менюшка, в которой можно сделать какие-то настройки, в которой даже... Слышите, да, этот звук? Все, и полноценно, пока игра никакая не идет, я могу здесь ковыряться в различных каких-то настройках, параметрах, к этому мы всему придем, тут очень много всего. Но сама по себе игра, давайте, чтобы не затягивать, я просто вот нажму начать. Как вы видите, я тут уже немного прошел, но давайте я вам просто покажу, как это выглядит все сначала. Подниму просто себе немного уровень сложности, и мы вместе заглянем внутрь. Вот мы с вами из игры зашли внутрь игры. У нас, как видим, стандартная наша панелька, да, то есть мини-карта, там есть, конечно, пара каких-то дополнительных кнопок, но ничего такого сверхъестественного, что может как-то испугать, может как-то оттолкнуть, как вот это бывает с различными китайскими кастомками, да, где ничего не понятно, но очень интересно, что называется. Так, ну у нас тут, кстати, больно они делают, эти мрази твари. Ну ладно, давайте мы вот этого сначала завалим. Смотрите, что у нас, во-первых, с вами имеется. Есть герой, да, вот наш основной герой, это Марси, и, насколько я понимаю, у всех это герой Марси. Далее, у нас есть скиллы. Скиллы у героев у всех плюс-минус разные, вот, но ну, там какие-то некоторые отличаются, какие-то не отличаются. Что наша основная задача? Вот как видите, я сейчас пробежался на такой небольшой локации, зашел в портал, у меня появилось сообщение этаж 2. Что это значит? Ну, это значит, что я просто зашел на второй этаж, ребят. Ну, а что вы еще думали? Что я вам тут скажу? Этот, Америку открою какую-то? Нет, это действительно, так сказать, многоуровневая кастомочка, в которой вы можете, вот так вот проходить туда-сюда. Так, мы возвращаемся с вами на первый этаж. У нас есть золотой ключик. Мы можем его открыть, чтобы получить синий ключик, соответственно. Что эти ключики значат? Ну, я думаю, тут, в принципе, все вполне логично, то, что золотой ключ открывает золотые ворота, синие ворота, красные ворота, и слева направо идет их редкость, то есть чем золотой не особо редкий, синий более редкий и красный особо редкий ключик. Вот. Поэтому тут на самом деле вряд ли получится такая ситуация, что вы там открыли не те ворота, зашли не в тот лабиринт, вот, и да. У нас пошел обратный счет, через 107 секунд что-то произойдет. Ну, мы об этом узнаем чуть позже. Так вот, с ключами сильно не паримся, просто бегаем, фармим потихонечку на первых уровнях сложности. Желательно, если еще и с друзьями, а если вы еще и зайдете с тем, кто уже немного тут поиграл, потому что процесс тут игровой переносится, да, вот прогресс, точнее, не процесс, а прогресс, извините. Вот, игровой прогресс заключается в некоторых аспектах, таких как вот, допустим, есть такая штука, называется колода карт. Вот видите, у меня она уже кое-как собрана. Не скажу, что прям супер правильно она у меня собрана. Я не знаю, опять-таки, я играю в эту кастомку недолго. Так, а что это у нас? Опыт героя. Ну, давайте, наверное, заберем. Седьмой уровень мы вряд ли пробьем. А вот с пятым мы, в принципе, справимся вполне. И все равно желтый ключик поменяли на желтый ключик. Так что не страшно. Вот, помимо этого у нас еще имеется панель конфигурации. То есть у нас есть вот такие вот предметы, которые мы можем надевать на себя. И вот как раз таки эти предметы, они и переносятся на следующую игру, на следующие уровни. Так, Белка у нас предлагает с конфетами пообщаться. Ну, за конфеты мы можем покупать ключи. Так, у нас, кстати, есть синий ключ, желтого нету, поэтому давайте откроем желтый ключ, точнее, откроем синий, возьмем желтый, монстров. Переключаться, кстати, между этажами очень удобно при помощи клавиши F3, да, вот есть тут космический скипетр. И желательно зачищать все уровни, вот у нас сейчас седьмой уровень героя, седьмой уровень крипа, и это как бы основной показатель того, сможем ли мы его пробить. Давайте вот нажмем, чтобы уже сильно не париться. Да, у нас есть ультимейт, по скиллам я, кстати, не все, да, рассказал, по всей видимости.
У нас есть какой-то базовый скилл нашего персонажа. Персонажи, кстати, меняются по ходу игры. Вот. Также есть у нас отхил. Это, в принципе, вроде бы у всех персонажей он присутствует. Так, мы сейчас за 150 золота апнули свой меч. Да, вот у нас два основных предмета. Вот. Через 20 секунд у нас начнется какой-то замес. Какой-то замес у нас начнется. Я не знаю, успеем мы, не успеем. Так, по скиллам. Дальше у нас есть блинк, который позволяет нам перемещаться по карте быстрее. Неприятно. Ладно, давайте 8 секунд уже подождем. Не будем сражаться. Я где-то что-то, наверное, себе затупил. Так, нас переносит на уровень к боссу. Раз вот в этот таймер нужно успеть прокачаться до определенного уровня, чтобы можно было проходить вот таких вот мини-боссы, мини-квесты. Кидает это абсолютно всех, если вы играете с друзьями или сами, без разницы. Так, наша задача сейчас сначала будет заковырять вот этих вот мини-крипчиков, а потом уже выйти на главгада. Вот у нас открылся портал. Конечно, жалко, у меня нету ультимейта. Так, он сейчас что-то сделает. Сука, попал все-таки. Да, со станами надо быть поосторожнее. Можно, в принципе, просто его с руки поковырять. У него очень большой дэмэдж, оказывается. Надо с этим поосторожнее быть. Так, и выйдем. Щит сложно сбить ему. Видите, я, возможно, либо из-за того, что уровень сложности сильно себя поднял, и у меня вот эти предметы недостаточно вкачаны. Так, у меня, кстати, нету больше отхила. Да, наверное, надо будет на уровень сложности поменьше прийти. Потому что вот эти предметы, либо я карточки себе какие-то неправильно сделал. Так, не хочу я пока с тобой сражаться, пока у меня не откатилось все. О. Давай, побежишь, и я тогда... А как я не успел? Боже, как же больно. Как же с тобой сложно. Все, нет у нас свитка реинкарнации, и, скорее всего, у нас сейчас игра закончится. Да, были бы друзья, меня бы просто подняли. Все, вернуться в главное меню. Вот так вот, вот так вот выглядит первая попытка. Ладно, давайте мы пролог. Он такой довольно, как сказать, пролог довольно-таки простой. Я его, в принципе, проходил. Отдельно вам покажу. Мы просто заглянем сразу с вами на вторую локацию. И здесь я надеюсь, что будет больше контента, больше темпа. А там, на самом деле, мы просто убиваем этого главного босса, потом проходим еще несколько локаций, и, в принципе, больше ничего интересного не происходит. Так, есть у нас золотой ключик. Тут у нас золотого ключика нету. Уровень второй. Давайте посмотрим, что нам по карте. По карте нам дают за каждую защиту. Пусть будет. Второй уровень тоже. Здесь мы этого крипа пробьем. Заберем еще пару ключей. Но очень-очень быстро надо активно вот так двигаться по карте. Потому что... очень быстро активно двигаться по карте, потому что, ну, как вы могли заметить, с боссами тут сложно. Так, мои Bluetooth-наушники сломались. Мне, естественно, надо сюда. Все, я получил золотой ключик. Открываем этот ключ. Берем конфетки. Переходим на третий этаж. На третьем этаже мы с вами берем следующий меч за 150 золота. Это есть такое, такая опция. Так. Открываем, двигаемся дальше. Ну, кстати, мы довольно быстро уже проходим этих всех крипчиков. Синий ключ у нас есть. Мы можем у Лины забрать себе броню второго уровня. И, в принципе... Да, давайте ТП-шность уже. В принципе, уже позволить себе сражаться с крипами пятого уровня. Причем без особых каких-то проблем. Ключ у нас есть. Возможно, мы даже шестой уровень осилим. Да, без проблем. Есть такое дело. Берем с вами глазик. Глазик открывает нам доступ к колоде карт.
Так, синий ключ у нас тоже присутствует, поэтому мы открываем все, двигаемся дальше. Колоду карт, смотрим, что нам отсюда может выпасть. А, удар жнеца, это у нас вроде есть. А я даже не знаю, кстати, что будет, если взять сразу два одинаковых. Так, есть синий ключ, желтый тоже присутствует. Коса у нас уже работает. А, все, все, я понял, я понял. Удар жнеца, вот мы взяли, и он у нас начал работать. Удар жнеца, кстати, очень классная тема. Так, урон яда, получаем урон, нисходящий урон. Вот это я, кстати, зря взял, на самом деле. А, такой скилл сомнительный. Ну ладно, уже как есть. Так, шестой, восьмой уровень. Да, восьмой уровень должны пробить. У нас уровень сложности не особо большой. Так, для того, чтобы вам показать. Дает 5 брони, шанс крита. Давайте, наверное, шанс крита повысим. Два синих ключа, либо пробить 10 уровень. 10 уровень мы, к сожалению, не пробьем. Открываем следующий у нас, получается, этаж. Это мини-босс. В принципе, мы, по идее, сейчас заглянем снова на первый этаж. Тут у нас 6 уровень. Очень-очень важно зачищать всех юнитов на всех уровнях, для того, чтобы, ну, во-первых, уровень апнуть, во-вторых, получить все доступные нам бонусы на этом этаже. Так, я над этим подумаю. Смотрим, на втором этаже у нас 4 монстра присутствуют. Так, у нас тут атрибуты, перерост здоровья, критический урон, шанс уклонения. Ну, давайте, давайте крит урон сделаем, пусть дэмэджа побольше будет. Так, пятый уровень дает нам синий ключ. И давайте, наверное, к магазину поднимемся. У нас всего 5000 хп, на босса нам лучше побольше хпшки иметь. Давайте так вот сделаем и немного прокачаем уровень наш. Парочку конфет и отправляемся с вами на третий этаж. Тут 10 уровень, кстати, уже вполне должны пробивать. За счет косы, за счет критов. Дэмэджа много у нас. ХП тоже немало. Ну, 9 пробивает 10. Отхилимся на всякий случай, лишним не будет. А чего ты не хочешь его побить? Почему он только с одной стороны его бьет? Странно. Так, здесь зачистили. Четвертый этаж. 2 десятых. Ну, там 17-й. Ну, ладно, давайте попробуем. Ну, тут нормально справляемся. 30 секунд у нас до босса. На самом деле, лучше бы я, наверное, босса бы пробивал. Так, взяли красный ключ. Довольно редкий. Ну, собственно, все. 16... А, ну вот, красный ключ нам как раз-таки нужен для вот этого босса. Может, даже успеем за 8 секунд его убить. Успел? Я успел? Не успел? Я не пойму. Блин. Обидно. Обидно. Так, давайте жучка. 9 уровень мы должны пробить. Кстати, возможно, даже 11. Нет, 11 мы вряд ли осилим. Не будем рисковать жизнью, здоровьем. Колоду карт дает нам. Так, просто жить. Еще раз косу. Все, кайф. Босса пробили. Можно, в принципе, либо пофармить на вот этих вот мелких. Либо двигаемся. Что? А, мне показалось, что он там не пробит. Так, ладно, давайте с вот этим уже договорим. Неприятный скилл. А, он неуязвим, да, в этот момент? Больше не нажимай никаких скиллов. Все, хорошо. Так, тут у нас открылось. Бежим на следующий этаж с вами. Этаж 6. На 6 этаже у нас есть фарм. Фарм крипчиков, но нас это пока не интересует. А мы с вами возьмем Джаггернаута. Готов потратить 2000 голды. А, вот эта вот штука, кстати, она дает нам инкам. То есть мы ее апаем и получаем золото в секунду. Так, вот следующий апгрейд 3400 стоит. А у нас с вами голды 700 сейчас. Ладно,
пока не будем. Так, колоду карт. Смертельный клинок, кстати, классная штука. Возьмем с вами. И также книга преданности. 30% броня, 20% восстановления здоровья. Для того, чтобы мы ее смогли активировать, мы должны сначала переложить. Посмотрим Джаггернаут. Ну, видим, да, сразу разницу дэмэджа. Фармим спокойно тут на бесконечных крипах голду. Вопрос, надо ли нам это. Ну, это уже вопрос риторический. Так, здесь все захвачено. А вот на господине Рошанчике мы с вами будем фармить вот эти вот конфеты. Конфеты мы можем менять на ключи. Вот, кстати, насчет ключей и конфет, я хочу вот на этой локации 17 уровень. Мне вот этот глазик надо захватить. Давайте, наверное, откроем. Захватили. А, мы предмет получили. Скорость перезарядки, сила атаки. Ну, не лишнее, не лишнее. Ну, как бы открыли три ключа и три ключа получили обратно. 17 уровень я вряд ли тут пробью, поэтому погнали дальше. Начнем с поменьше ее юнитов. Тем более тут сразу нам... Да, 4 конфеты взяли. Сразу нам дают броню. Я случайно открыл. Так, пламенная лина. Что еще кто-то? Вы победили всех монстров, действительно мощные. У меня есть несколько ключей, я даю вам. Очень нужны дать. Да. Все, один ключик только дал. Так, я хочу вот это вот 13 уровень пробить. И взять себе новый меч. Все, кайф. Очень много синих ключей тут. Очень много. Так, знаете, что я сделаю? Я сейчас вернусь на вот этот этаж и пойду у торговца, прокачаю себе уровень немного. Могу позволить, да? Вот так вот 14 сделаем. А если я немного пофармлю? Я не вижу, где моя текущая голда на самом деле. А, еще не забывать, надо квесты забирать. Все, надо дать золотой ключ и снова карты. Критически, пусть будут. Смогу ли я себе? Ага, 4000, апгрейд. Все, отлично. Все, 15 уровень меня более чем устраивает. Теперь мы можем с вами... Это что? Это два юнита со мной ходят теперь. Очень-очень много всего тут интересного происходит, на самом деле, на этой карте. Этого юнита, на самом деле, не особо мне надо убивать, но я это сделаю просто потому, что могу. Зря я эту книжку прожал сейчас. Так, у нас там просто 3 17 уровня. К ним мы вернемся. Мы же никак не можем сквозь них пройти, да? Уровень желтый, красный. Нам надо где-то красный ключик взять. Неизвестно пока где. И за красный ключик мне еще предмет дают. Но у нас через 10 секунд будет сражение. Поэтому берем по максимуму интервал атаки минус 4%. Собираем все руны. И двигаемся на контрольный уровень. Контрольный уровень, это, я напоминаю, это боссы. Открыли, двигаемся дальше. Ну, Джаггер такой уже помощнее, да, чем Марси. Так, синий ключик есть. Ну, тут мы можем еще дополнительно колоду карт взять. Так, восстановление прочности счета каждую секунду. Пусть будет. Пусть будет. Все, двигаемся к спириту. Ох, нифига, я дэмэдж ему вот этим скиллом нанес. Или книжкой, или что это? Это больно. Нормальная такая комбинация. Так, следующий финиш. Получили, кстати, какие-то ботинки. Мы это все потом с вами отдельно посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас в следующей
на следующем этаже, этаж 9, вампиризм 10%, пусть будет. А где я могу взять синий ключик? У меня как бы 63 конфеты, можно и купить? Можно купить. Как прикажете. Но надо ли? Ладно. Давайте просто, чтобы двигаться дальше, мы купим этот синий ключ. Черт с ним. А, у меня есть много желтых ключей. А вон там тоже синий, да? Мне красный нужен. Где-то красный ключ есть. А, вон красный. Вот мы сейчас красный тот заберем. И кайфанем. Смотрите, так бах. Не знаю, что сейчас сделал. Дэмэджа очень много. Так, бежим на 8-й этаж. Нет, открывать я этого не буду. Вот. Забрали. И сейчас еще предмет какой-то дадут, да? Ой, кайф. Не забываем предметы перемещать, нажимая на них. Вот тут у нас активка какая-то. Давайте взрыв возьмем. А, активка. Усиливает ваш вампиризм и скорость атаки. Прекрасно. Почему бы и да. Не хочу пока тратить ключики. Походу придется. У нас там 190 секунд осталось до следующей волны. Но мы уже, кстати, на предпоследнем этаже. И нам надо где-то один глазик найти. Тут красный. Давай с тобой мы, по идее, довольно быстренько должны разобраться. Да умри ты уже, а. Все, кайф. А где мне красный взять? Ладно, давайте до конца дойдем. Так, это бомба у нас. А, бомба это стенку ломает. Точно, бомба штука классная. Бомбой мы можем сломать стенку. Так, убиваем этого юнита. И берем следующего джаггернаута. Так, согласен, за 10 золота. Джаггернаут у нас уже второго уровня. Так, там конфеты. Подождите, у меня есть идея. 10 же этаж, да? Подождите. 11. А интересно, куда нас направит 25 уровень. Я понял, нам надо определенно больше опыта. Нифига, там уже стоит денег. Ну давайте немного пофармим. Посмотрим. Так, у нас какой-то предмет новый появился. Вампиризм пусть будет. Золото в секунду просто себе сейчас поднимем. У нас 68 секунд осталось. Блин, может я их и пробью? Сколько у нас денег сейчас? 3000. Может и пробью. 24-й. Ну давай попробуем. Очень сложно. Двадцать второго мы, в принципе, еще должны. Откроем синюю. Возьмем себе меч. Так, недостаточно золота. Без промедления. А, у меня синих. Ну ладно, у меня есть. За 23 секунды. Надо как-то нафармить себе золото. Превосходно. Не успел. Ну и ладно.
Синий ключ у меня есть. Давайте возьмем. Так, а у нас там какие-то странные боссы. По картам. Карты давайте возьмем. Каждая атака дает один стак крови. Мне красный. Красный ключ. А вот интересно, куда ведет тот портал? А давайте варвака быстренько вот так расковыряем. Это было неожиданно. Это было очень неожиданно и очень много дэмэджа. Я как бы на грани, у меня два ключика всего осталось. Ну сейчас-то у меня есть деньги. Ничего не понимаю. А у меня 18 тысяч золота. Давай пофармим. 18 тысяч золота. А где оно, интересно, отображается, золото? Вот все я плюс-минус понял в этой кастомке. Ну, многое что понял. Экономика. 93, 90. Вот это мое золото? Нет. А, вот оно. Тьфу ты, господи. Но мне 33 тысячи золота надо. Все, пофармили. Давайте бежим за нашим мечом. 33. О, кайф. 3 синих ключа, это много. 2 точнее. Все собрали. 27, 25 уровень. Я вот не знаю, использовать, не использовать красный ключ. Как будто бы можно. Так, там синий. 25 уровень. Ну давайте под ульту его заберем. Красный не хочу использовать. Так, легко. Красный не хочу. Сука, нету, опять нету золота. Ладно, двигаемся дальше. Нет, мне очень интересно, куда ведет вот этот вот... Я красный ключ не взял. А, он красный ключ давал. 9 этаж. Нет, не 9, 10. Вот, вот куда ведет этот портал. Серьезно? Сука. 11 этаж. А зачем? А зачем так? Типа скипнуть раунд? О, бред. Ну ладно, бывает. Бывает и такое. Ой, что-то я на 27 уровень как-то так смело прыгнул. Мне надо 33 тысячи, все равно копим. Вот видите, вот прирост вот этих вот важен. Инкам все-таки важен, вот мне сейчас не хватает. Либо я очень много потратился, возможно, на апгрейд уровня. Так, у меня уже 4 уровня. Я сейчас и тебе наваляю. Возможно. Ну, косака это сумасшедшая. Ладно, погнали next. 13 этаж, 28. О, еще один инкам. Давайте сразу. Возможно, возможно. 30 уровень. 26, 28. Ну, с вами, по идее, должно что-то да получиться. Я не знаю, как 29 пробить. Но у меня еще бомбочка одна есть. Я не знаю, где ее использовать, честно говоря, но опция такая имеется. 27 я пробиваю. Добрый, пробиваем. У нас 40 секунд осталось.
30, 23, желтые, желтые ключи. Тридцать секунд. Принято. А есть какой-то где-то предмет, который мне что-то сильно бафнет? Ну, 28 уровень хотя бы уже. А, вот, мне надо до того быстрее добраться. А я не успею, да? Отличная мысль. Успел, не успел я его взять? Конечно. Я не понял. Красный ключ. Колода карт. Как прикажете. Я не понял, успел я, не успел взять? Вроде не успел. Не знаю, напишите в комментариях. Так, все. А, это у нас кто? Ох, как больно. Тихо. Сначала всякую шантропу с вами раскидаем, а потом уже с тобой поговорим. На всякий случай, а то знаем и Варвака. Ну, какие-то сапоги с вами получили. Я не успел его взять. Обидно. К сожалению, это похоже. А что похоже? Денег опять не хватает? Или что? Я не пойму. Или я вот этих вот здоровяков не пробил? То, что я заобузил бомбочку. А, 9 конфет, ну давай. Мне их вроде достаточно. Почему мне Джаггера не дает? Ладно, деньги не тратим. Будем периодически к нему подходить. У нас, кстати, через 50 секунд опять будет контрольная волна. Надо двигаться дальше. Но, я так понимаю, это уже последние этажи. Вот, да, вот сейчас вот заапгрейдимся. 130к золота. Обалдеть. Вот почему мне Джаггер не дается. Мне надо 130к золота. Что это было? Я просто максимально себе инкам увеличиваю. Но я пока туда не пойду. Мы победили? А, это у нас дополнительное время было. Все, это не последняя волна, я даже до конца ее не дошел. Ну, короче, как-то так, друзья, игра внутри игры, я не знаю, вот, я от вот этого всего кайфую, очень прикольно все тут сделано, если хотите больше, пожалуйста, скажите мне об этом в комментариях, что и куда я, возможно, не так нажимал, где-то что-то пропускал, какие-то важные моменты, потому что тут, посмотрите, у меня, во-первых, есть панель конфигурации, которую вот я сейчас буду сидеть, разбираться, это все переодевать на следующий видос, а я очень хочу его выпустить, но будет зависеть от вас, там, 500 тысяч лайков, не знаю, сколько накидаете, я пойму, что вам нравится. Тут у нас есть панель конфигурации, где мы можем надевать предметы. Есть карты, вот они сейчас в нескольких уровнях, вы можете собрать себе отдельную колоду карт, там, через криты, через какой-то яд, там, через выживаемость. Короче, ну, конфигурации очень много. Есть также система талантов, вы можете таланты себе прокачивать. В мастерской дополнительно какие-то лавки себе открывать. Есть вот черный рынок, мне говорили, что, ну, у меня его еще не построен, но есть черный рынок, в котором вы можете вот эти вот финальные предметы, если они у вас там достаточно прокачаны, вы можете обмениваться, то есть внутренняя какая-то экономика внутри экономики. Очень много всего, очень много интересного, хочется вам показать, все зависит от вас. Лайк, комментарий, подписка на канал, и увидимся в следующем видосе по Lost Temple. Спасибо!